Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мои зрители, мои подписчики! Меня зовут Тамара, и вы на канале Тамара Савицкое Вязание. Дорогие друзья, сегодня я хочу в небольшом видеоотчете рассказать вам о том, что было связано за февраль месяц. Итак, у меня не все мои изделия, которые я связала, сохранились у меня, они некоторые были подарены. И я связала белоснежные такие красно-белые носочки связала. И у меня осталась фотография, и я сейчас в кадре поставлю фотографию. Это носочки на 36 размер, связаны из пряжи. Красные нитки пряжа – это слонимская пряжа, полушерсть. Там состав 30% шерсть и 70% акрил. А белая пряжа в этих носочках – это пряжа Alize Lana Gold Fine. Это у меня остаточки были такие. Это пряжа полушерсть. Если мне не изменяет память, 49% шерсти, 51% акрила. Эти вот такие носочки белоснежно-красные были связаны как подарок 8 марта на 36 размер. И вот вторые носочки, которые вот связаны, тоже это пряжа, точно такая красная, это слонимская пряжа, о которой я сейчас говорила. А вторая пряжа, которая здесь была задействована, это у меня были остатки. Вот сейчас на камеру цвет какой-то получается желтоватый, а на самом деле они такие, ну скажем, рыжий такой цвет. Рыжий. В общем, красный с рыжим я скомпоновала, и связались вот такие носочки. Если в тех носочках я сделала пяточку бумеранг, то в этих носочках пяточка подкова. И вот как они смотрятся. Вот как они смотрятся, эти носочки. Вот. Вот такие носочки связались. Это я носочки связала для себя к 8 марта. И так эти носочки я связала для себя, тоже как подарок самой себе к 8 марта. Они на размер 36-37. Вот. Такие вот, это вот вторая работа, связанная за февраль. Ну и самая большая крупная работа вот эта. Это мой кардиган, короткий кардиган, полупатентной резинкой. Из пряжи. Значит, из вот такой пряжи Naka Mohair Delicate в 100 граммах 500 метров связан вот такой короткий кардиган. На этот короткий кардиган я выпустила мастер-класс в двух частях. И этот кардиган я вязала целый февраль, и я его связала. У меня вышло видео 6 марта. И я планировала, чтобы успеть к 8 марта, и в результате я успела. И этот кардиган у меня уже был связан 6 марта. Вы видите, что на канале вышло видео, но это же мастер-класс, он пока смонтировался. Было много разных файлов, все смонтировалось. И поэтому видео вышло вот сейчас, где-то 10-11 числа первая часть и чуть позже вторая часть. Вот. Итак, я хочу немножко вам показать и рассказать. Вот у меня рядом есть метровая лента. Какие параметры вот этого кардигана? Давайте посмотрим. Я думаю, вам интересно, какая у нас здесь длина получилась. Так, давайте вот как-то так вот. Значит, вот. Так, и посмотрим дальше. Ну вот, длина этого кардигана 54 сантиметра. То есть он действительно короткий, не длинный кардиган. Значит, в ширину какие объемы? Давайте я вам скажу, сколько он у меня в полуобхвате. Давайте посмотрим. 54 тоже сантиметра. Вот, 54 сантиметра полуобхват. Еще я вам скажу длину рукава. Но длину рукава я буду мерить вот от этой вот части, где у нас начинается спущенное плечо. Получается так, у нас здесь 48 сантиметров. 48 сантиметров.
Вот. Такой вот получился кардиган. Кардиган, ну вот, не знаю, как вам видно, он на 4 пуговицы. На 4 пуговицы такой вот кардиган. Вот. И вы видели фотографии, и сейчас я тоже вставлю фотографии. Значит, вот как он со спинки смотрится. Вот. Я ставлю фотографии при монтаже, как этот кардиган смотрится на мне. Ну, вы знаете, любительские фотографии как умели, так и сняли. Поэтому вот таким вот образом. Итак, я еще хочу добавить, что на этот кардиган у меня ушло, в общем-то, 300 грамм, но у меня подсчетов точных нет. Некоторое количество у меня пряжи ушло на образцы, которые вот у меня лежат, еще сохранились. Поэтому я точно сказать не могу, но кто будет вязать или планирует вязать из такой пряжи, на размер 48-50 нужно покупать вот 3 100-граммовых моточка, и вам тогда хватит. Вообще он такой, вы знаете, он свободный. Как говорится, тянется во все стороны. Поэтому я вам сказала его, ну, в настоящее время параметры. Я его вязала на 250 петель. И на, значит, если, ну, кто-то будет вязать, то имейте в виду, что он такой вот-вот свободный. Ну, я вам уже показала. И еще хочу добавить, что вязала я на рост 1,63 м. И вот ушло вот такое количество пряжи. Поэтому, если кому-то интересно, приглашаю посмотреть мастер-класс. И точно так же, если вы купите другую пряжу, вам, конечно, надо будет связать образец, сделать свои расчеты и связать вот такой трендовый кардиган, который вот в тренде уже второй год. С 2020 года он в тренде, и на YouTube он популярен, и многие его вяжут, и я связала в том числе. И я этим кардиганом очень довольна, мне он нравится, вот, и планирую носить его с брюками, возможно, с юбкой. Вот такой кардиган и вот такие краткие планы, с чем его носить, с чем его надеть. Итак, друзья, мой небольшой видеоотчет подходит к концу. Большое спасибо, что вы смотрите мои видео. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующее видео. Итак, друзья, еще раз спасибо за ваши лайки и комментарии. До новых встреч. Пока-пока.